Что за обновление секретное они запилили? Хм, подозрительно, подозрительно. Новый бравлер, тигренок. Задонатил 1 миллион, 100 рублей в подарок. Да, я по-прежнему в бане. Я все еще жду, когда меня разбанят. Я больше не могу так долго ждать! Спокойствие. Спокойствие. Только спокойствие. Давайте мы с вами проверим, не забыл ли я Бравл Старс. Тест. Сможешь угадать бравлера по глазам? О, я с этим на изи справлюсь. Где здесь Леон? Что? Что? А у Леона разве есть глаза? Первое, это у нас, вероятнее всего, Эмс. Второй, это 8-бит, наш любимый компьютер. А третий, это Леончик. Скин Акула. Да, я угадал! Где здесь Биби? Так, ну, первый глаз, это глаз Фрэнка. Второй глаз, это глаз Ворона. Орлиный глаз. А, нет, стоп, Вороний глаз. Ну, а третий, это у нас Биби. Фу, ребятки, пока что все идет очень гладко. Где здесь Спайк? Хо-хо-хо! Вы видите эту черную дыру? Да, это Спайк. Хотя у Спайка нет глаз. Спайк — это кактус. У кактусов нету глаз. Это просто дыра. Ребята, я почти прошел тест до конца. Видите эту зеленую полосочку? Она почти на все 100% заполнена. Где глаз 8-бита? Да вы серьезно, блин? Он просто взял ту же самую картинку, что и была в первом вопросе. Ты сейчас шутишь, блин? Ладно, второй вариант, ребятки. Да, это 8-бит. Это было несложно. Где глаз Ворона? Стоп. Ему действительно было лень делать новые картинки. Что ж, вариант 2. Я слишком долго играл в Бравл Старс. Я знаю абсолютно все о Бравл Старсе. Абсолютно каждый глаз. Где глаз Сэнди? Вариант 1. Что-то как-то слишком просто, вам не кажется? Вы ответили правильно на 12 из 12 вопросов. Отлично. Только тут было не 12 вопросов. Это все не то, ребята. Ничто не может мне заменить мой родной Бравл Старс, в котором я провел сотни часов за прокачкой бравлеров. Май гад! Чуваки, я сейчас могу потратить 500 очков силы. И вложил туда кучу денег. 32 тысячи гемов в Бравл Старсе. Это полное безумие. Я так больше не могу! Я зарегистрировал новый аккаунт с ником Noob123. И сегодня мы с вами будем донатить в Бравл Старс. В игру, где я забанен. И вы, наверное, спросите меня: Пози, зачем ты будешь донатить в игру, где тебя забанили? А я вам отвечу. Почему бы и нет? Я все-таки люблю эту игру. Разработчики Бравл Старс, я играю в игру с телефона. Разбаньте меня, пожалуйста. Ребята, напишите в комментах хэштег «Разбаньте Пози». Возможно, это поможет, и они меня заметят. Если у вас есть Твиттер, Инстаграм, выкладывайте фотки, твиты с хэштегом «Разбаньте Пози». Ну, на крайняк можете написать где-нибудь у себя в социальных сетях. Окей, чуваки, заходим с вами в магазин. И что же я здесь вижу? Особые акции. Ребята, на моем пустом аккаунте 0 бравлеров. Ну, точнее, один, и это Шелли. Новых бойцов не появилось с того момента, как я записывал Фэнга. Это хорошо, это очень хорошо. А новый Бравл Пас появится через 30 дней! Серьезно, блин! О, ладно, ждать новых бравлеров еще очень долго. У меня есть 30 дней, чтобы разбанить свой аккаунт и получить нового бравлера. Так. Какие дальше у нас есть акции? У нас есть кучу подарков. Так, это лунный значок. Жаль, что я его не получу на свой основной аккаунт. Оу, еще один новый значок. Это кто у нас? Это для игрока. Оу, это у нас Ромашка. Что? Что это за акция? Бравл Старс сломался? Почему эта картинка прозрачна, ребят? Это не шутки. Это прямо сейчас происходит у меня в Бравл Старсе. Это у нас Амбер. Или Эмбер. Черт, я забыл. Начинаю забывать имена бравлеров. Срочно нужно меня разбанить. Что-то написано. Какая там сумма? 4 гема? Ладно, хорошо. Это очень странно. Я впервые вижу такой баг в менюшке Бравл Старса, особенно в магазине. Что? Вы сейчас видите эти ноги? Почему-то ее ноги выходят за рамку. Это очень странно. Ладно, надеюсь, это последний баг в Бравл Старсе. Пока я не играл в Бравл Старс, появилось кучу багов. Все, больше вроде как нет нигде багов. Надеюсь, что они к утру все это дело пофиксят. Суперселл, ну ребята, ну камон! Ну так нельзя! Вы же крупная компания. Вы должны тщательно отслеживать каждый баг в своей игре. Что ж, давайте мы с вами немного задонатим. Я задонатил 2000 на свой аккаунт Noob123. И сейчас мы с вами будем открывать ящики и покупать акции в магазине Бравл Старса. Ребята, поставьте лайк, если хотите, чтобы быстрее меня разбанили в Бравл Старсе. 1800 рублей, мифическая лунная акция. Случайный мифический боец, плюс 10 мега ящиков, плюс 5500 монет. Я должен на это сдонатить, все-таки это достаточно выгодная акция, особенно для нубового аккаунта. Я получаю 5500 монет и получаю бравлера Спраута. Мой нелюбимый бравлер. Суперселл сделали специальный подарочек именно для меня. Не Мортиса, не какого-то другого мифического бравлера, а именно Спраута, за которого я в жизни не умел играть. Что ж, ребята, у нас сейчас будет 10 мега ящиков, и сейчас мы с вами будем получать кучу бравлеров. Мне кажется, что
за этот видос мы с вами выбьем минимум 15 бравлеров. И я хотел бы еще, конечно, купить другие акции, которые есть в магазине. 4 предмета. Так, что мне сейчас выпадет? Мне выпал Поко! Как же я по тебе соскучился, дружище. Так давно не играл в Brawl Stars! Окей, окей, сохраняю спокойствие, сохраняю спокойствие. Опять 4 предмета. И что, серьезно? На нулевом аккаунте не упадают бравлеры? Как это понимать? Что вы сделали с мега-ящиками? Может, я скачал какой-то не тот Brawl Stars? Нет, это тот самый Brawl Stars, ребята. Который находится в App Store. Сверхредкий. Один из 5 бойцов. Я получил Карла. Класс, крутяк, из мега-ящика. То, что я хотел выбить на нулевом аккаунте. 6 предметов. И один мигающий, серьезно, я получил Барби, которого я мог получить за привязку Supercell ID. О май гад! Почему я получаю такой ужасный дроп из этих ящиков? И у нас еще есть запасики. Нет мигающих предметов, как это понимать? У меня аккаунт-то нулевый, мне должны падать бравлеры нон-стопом. Не выпал Эль Прима! Эль Прима! Да, это уже звучит не так весело, когда ты находишься в бане. Знаете, я это еще 1000 раз скажу за этот видос. Так, окей, получил Эль Прима. Давай дальше. 6 предметов, 2 мигающих! О, да! Так, мне выпадает Пенни. И следующий бравлер это... Вау, красотка Лола, хроматический. 1 из 10 бойцов. Раньше у меня было 10 бойцов. Ребята, мы с вами израсходовали всю эту акцию. Давайте мы с вами получим лунный подарок, 500 монеточек, лунный эмодзи. И давайте мы с вами купим... Блин, меня напрягает эта акция. Лего, сколько она там? 4 гема будет стоить? А нет, 429 вместо 699. Почти 700 гемов за Амбер? Вы сейчас серьезно? Это же не самый новый бравлер. Столько должны стоить новые бравлеры. Бравлеры. Ладно, окей, давайте мы с вами купим себе Амбер за 429 гемов, почему бы и нет. И получаем с вами первого нашего легендарного бойца на нубском аккаунте. Лунный Новый Год. Блин, какие классные здесь скины. Особенно на Эль Прима. Очень жаль, что мне нет смысла покупать эту акцию. Ладно, я куплю ее. Че уж тут, а? Эль Тиго! Если что, мы с вами сыграем за Эль Тиго! Блин, это офигенский скин. Встречаю Лунный Новый Год с праздничным скином. Я встречаю Новый Год в бане. Что ж, давайте мы с вами сдонатим еще 900 рублей на 11 мега ящиков. Надеюсь, что из-за этих 11 мега ящиков выпадет еще одна лего, которую я не буду покупать где-то в магазине. Надеюсь, что она выпадет на пустом аккаунте. Хотя, зря я на это надеюсь. Учитывая тот факт, что я только что зашел в Brawl Stars и увидел кучу лагов, это вызывает у меня какие-то подозрения. Мне кажется, что явно что-то произошло с шансами выпадения лег и мификов и эпиков в Brawl Stars. Я в этом уверен, потому что ну не могли они на протяжении таких долгих лет стабильной работы игры допустить такие баги. Явно сейчас идут какие-то изменения! Мне выпал Ворон! Я только что сказал о том, что хочу, чтобы мне выпало Лего! Спасибо, блин! Фу, я сейчас разбужу своих соседей. О май гад. Что они обо мне подумают? Так, ребята, идем дальше. Следующий мега-ящик. 5 предметов. 6 предметов! Так, мне выпадает Пенни. Я думал, что мне уже все сверхредкие выпали. Ладно, остался еще один сверхредкий, и мне кажется, что он 100% выпадет до конца этого видоса. Потому что у нас еще в запасе там 1400 гемасов. Я думаю, что нужно будет обязательно купить Бравл Пасс. Но для начала дооткрываю все эти ящики, их осталось не так уж и много. Я думаю, осталось у нас где-то плюс-минус 4 ящика. Так, опять 6 предметов. Окей, новый бравлер, новый бравлер. Рико! Я говорил, что сверхредкий 100% выпадет до конца видоса. Как же я скучал по открытию ящиков, ребята. Это просто капец. За 179 рублей мне предлагают получить еще 2 мега ящика. Я покупаю абсолютно все акции в Brawl Stars. Камон. Вы еще не видели мой аккаунт в Clash Royale. У меня там уже 5200 или 5300 кубков. 350 монет. Очки силы на Ворона. Плюс 100 единиц. Я решил выбрать Ворона. И открываем с вами 2 мега ящика. С одного ничего не упадает, но получаем кучу опыта. И с другого тоже ничего не упадает. Мы с вами просрали просто так 179 рублей. О, смотрите, мега ящик по акции. Капец, сколько же тут акций. Ребята, вы представляете, что будет, когда меня разбанят? Сколько же акций я буду собирать? Опа! Открываем за 60 гемасов и... Окей, окей. О, Шелли пофиксили. Да ладно? Мне стоило купить все акции, и Шелли сразу же пофиксилась. Ага, я понял. Типа, мы будем лагать до тех пор, пока вы не купите все акции в нашем магазине. Класс! Что ж, заходим с вами в Brawl Pass, открываем с вами бесплатный большой ящик, и давайте мы с вами купим как можно больше уровней. Чем больше уровней мы... Нет! Покупаем Brawl Pass плюс 8 уровней. Фух, отлично. Я чуть не зафейлил. Зачем я начал покупать уровни, не купив платный Brawl Pass? Я начинаю забывать Brawl Stars, меня это пугает. Чуваки, нажмите на красную кнопку подписаться, и периодически напоминайте мне по
поиграть в Brawl Stars, пожалуйста. Ну а также это нужно для того, чтобы не пропускать новые крутые видео. Я на 21 уровне Brawl Pass. Также я тут смогу собрать кучу гемасов. Сейчас мы с вами дойдем до 30 уровня. На 30 уровне мы сейчас получим с вами бравлера Фэнга. И я думаю, нам нет смысла идти дальше. Потому что, видите, тут большой ящик, маленький ящик. Они действительно что-то поменяли. Раньше мега ящиков было намного больше. Что ж, давайте мы с вами заберем бравлера Фэнга. Да! Также мы с вами должны получить скин на Розу. Мое Роза. Ну а теперь понеслась. Открываем с вами вначале ящички, а затем собираем все награды. Мега ящик, ничего, абсолютно пусто на третьем уровне. Большой ящик, не повезло. С маленького ящика точно повезет. Да, вот так незадача, а. А сколько у меня уже бравлеров? А, 15 бойцов. Не, ну, в принципе, со всех акций и плюс 2000 гемов, это вполне неплохо. Хотя могло быть намного больше. Я думал, что где-то уже за 20 бравлеров точно перевалит. Учитывая тот факт, что это нубский аккаунт, и он так назван еще нуб123. Я думаю, что это должно приносить какую-то удачу. Пожалейте нуба, пожалуйста. Так, 10 уровень, мега ящик, и... Оу! Не повезло, не повезло. 11 уровень, ящик. Как хорошо, что на каждом уровне есть ящики. Пускай даже и маленькие. Все равно приятно. Было бы намного обиднее, если бы в Бравл Пассе не на каждом уровне были большие ящики. Представляете, вы донатите на такую дорогую штуку и не получаете взамен то, ради чего вы донатили. Это было бы супер обидно. Что ж, я уже дооткрывал половину. Мега ящик. Ну, ребятки, держитесь. Открываем мега ящик. 5! О, да! Именно этого я и ждал. Конечно. Я уверен, что что-то произошло с шансами в Бравл Старсе. Не может происходить такого, что в один момент мне просто перестает вести на нубских аккаунтах. Что за обновление секретное они запилили? Хм, подозрительно, подозрительно. 23 уровень. Так, ребята, большой ящик. Ни с одного ящика пока ничего не выпало. Я разочарован. Стоп! Здесь на одном уровне нету ящика. Сейчас, подождите, у меня прогрузится Brawl Stars. Такое бывает периодически в Brawl Stars. Это нормально. На 26 уровне монеты и опыт. Ладно, опыт может пригодиться. Сейчас мы с вами раскачаем какого-нибудь бравлера. И это будет нубский бравлер с большим количеством опыта. Нам будут выпадать гаджеты. Какого бравлера я буду прокачивать? Давайте мы с вами Эль Прима. На нем у меня 95 опыта. Что-то как-то маловато вам, не кажется? На ком будет побольше? На вороне 439. Кстати, вот это явно неплохо. Может, все-таки ворона прокачивать? Или может быть какого-нибудь Фэнга? Хотелось бы мне сыграть за Эль Примуса. Хочу переодеть одежду. Эль Тигру! Прокачиваем с вами Эль Примуса. Я хочу его все-таки добить до 7 уровня. Надеюсь, у меня получится за счет того опыта, что я сейчас получу в Бравл Пассе. Мне кажется, я один такой, который не сразу все награды собирает. 20 гемасов. О, приятный кэшбэк. Пользуйтесь кэшбэком от Бравл Старса. Я думаю, что им пора уже открывать такую систему. Задонатил 1 миллион 100 рублей в подарок. 125 очков силы. Да, этого должно определенно хватить. Сейчас у нас будет самый сильный тигр в Бравл Старсе. Новый бравлер. Тигренок. Теперь давайте мы с вами его улучшим. До какого уровня я смогу дойти? 7 уровень! Отлично! Гаджет разблокирован. Сейчас мы с вами обязательно выбьем гаджет. Так, давайте мы с вами в магазинчике купим немножечко опыта на Эль Примуса. Получим подарок на Барли. О, как щедро-то, нифига себе. На Барли, который я должен был получить бесплатно, но выбил из ящика, я получил бесплатные очки силы. Класс. Что ж, давайте мы с вами добьем до конца все наши гемасы. 6 предметов. Это гаджет. Гаджет на Эль Прима. Это протеиновый коктейль. Эль Прима хватает ближайшего врага и бросает его через плечо. А, как же меня бесит эта способность у Эль Прима. А вот на моем основном аккаунте были все гаджеты на всех бравлеров, но, к сожалению, я его не увижу в ближайшее время. Пожалуйста, разбаньте. Хэштег разбаньте позе. Что это? О, еще один гаджет. Пояс астероидов. Неплохой гаджет. Он идеально подходит для карты Штольня. Это карта, которая полностью состоит из кустов, если кто-то не играет в Brawl Stars. В кустах можно прятаться. Спасибо, капитан Очевидность. Да-да, это я. Так, у меня осталось 13 гемов. Все, я потратил до конца все свои гемасы. Что ж, у меня тут остались только монетки. Давайте мы с вами сыграем за Эль Примуса. 0 кубков. Первый ранг. Сила 7. Блин, сейчас я буду самым сильным, самым крутым. Так, 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 стартуем. Ну, по 1, 2, 3, пошел в атаку. О, какой у меня милый хвостик. О, какие царапки я делаю. Господи, да я же котеночек. Как я могу быть опасным бравлером, если я всего лишь котенок, который хочет потащить свои когти? Ладно, используем. Опа, добил. Так, окей. А, что ты мне сделаешь, Роза? Что ты мне сделаешь? Получай. Так, вырубили Розу. Опа, здесь другой Эль Прима. А, хочешь получить когти ярости? Получай, получай! Супер царапки! А! Подкину его. Так, прыгаю на него. Опа! Блин, это самый милый скин, ребята, который я видел в Brawl Stars за все время. Так, Эль Прима к нам прыгнул. Что ж, зря ты сюда прыгнул. Ты зашел не в тот кошачий уголок.
Здесь вообще-то Эль Тигро. Блин, мне просто нравится здесь фармить фраги на нулях кубков. Здесь играют одни боты, либо какие-то супер нубасы, которые впервые запустили Brawl Stars. Что ж, я получил 8 кубасов. Звездный игрок. Нуб 1, 2, 3. Вы посмотрите на эти когтища. Вы посмотрите на этот хвост, на этот суровый взгляд. Ладно, я сыграл за Эль Тигра. Дальше, чтобы разблокироваться, мне нужно 30 трофеев. Ладно, давайте с вами сыграем за Ворона. Не зря мы все-таки тоже его прокачали до 6 уровня силы, и мы с вами его выбили, в конце концов. Мы должны за него сыграть. Нельзя не сыграть за Бравлера, которого ты выбил и хотел выбить. Ворон — это одна из лучших лек. О-о-о. А, значок Wi-Fi. Неплохо. Что ж, я один на центре. Это что, шутка какая-то, да? Тут на меня сейчас Роза. Оу, у нее 2 хп. Ее не могли убить так долго. Какие же нубы здесь играют на нулях кубков? Я не понимаю, что тут происходит вообще. О, нет! Нет, нет, нет. Собирай, Шелли, все кристаллы. 10. Бегу на помощь, бегу на помощь. Мы с вами не сольемся. Мы с вами не сольемся. Так, не подходить. Не подходить к моей Шелли. Я тебя буду защищать. Так, вынес, вынес. Оп. Выносим с вами Барли. Опа! Получай, Барли. Убегаем, спускаемся с вами пониже. Ну все, это победа. Почему этому игроку со странным ником дали звездного игрока? Я ж тут всех защищал. Давайте мы с вами еще сыграем за Фэнга, раз уж мы с вами его получили. Ребят, вы тут, пожалуй, сильно не переживайте. Я мистер Фэнг, я здесь справлюсь. Хорош, хорош, держу оборону. Вы там собираете, надеюсь, кристаллы? Я тут как бы один борюсь против всех. Дайте мне отхилиться, дайте отхилиться, дайте отхилиться. Ух ты, божечки! О, кошечки-божечки! Как хорошо, что ты не тигр. Ребята, вы должны поставить лайкос за такую потную катку. Потную катку на нубах. Сейчас я тебя вынесу, заберу твои кристаллы. И спокойно отсюда смоюсь. Ниту никто не трогает, она просто спокойно бегает по центру. Да ну камон, ну как же ж так-то, а? Как ты понимаешь? Нет, они забрали все наши кристаллы. Такого просто быть не может. Я проиграл на нубах! Это все потому, что у меня завис Бравл! Просто вылетел на секунду интернет на нубах, на нулях кубках! Сделайте минусовые кубки! Я заслужил этого! Заберу Ниту. Я обиделся. Я серьезно обиделся. О, маленький ящик. Класс. Ладно, нет, я не могу так просто сдаться. Вот вначале выиграю, а потом уже уйду в закат, красиво. Потому что нельзя останавливаться на достигнутом, ребята. У нас 0 кубков. Мы с вами профессионалы. Мы с вами вот-вот достигнем киберлиги 0 кубков. Станем настоящими киберспортсменами в Brawl Stars. В Нави отправимся. Будем как супер... Кибер... Я тебя не заметил здесь. Она меня убила. Замечательно. Да, в моей игре много логики. Так, 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 Шелли. Сохраняй, сохраняй спокойствие. Я тебя буду спасать. А! Я ульту просрал. Я просрал ульту. Что за отстой? Так, ладно, у них 2 кристалла, у нас 4. Так что в любом случае мы с вами здесь в победной. У нас замечательный игрок с ником, да. И также у меня есть тиммейт Хаги-Ваги. Как можно справиться с Хаги-Ваги? Да никак. О! Сваливаю. Фу! Нифига себе, у меня далекая ульта. Что-то я совсем забыл. О, нет, 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 мне это не нравится. Так, Мишка завалил там кого-то. Выносим Эль Прима. Отлично. Все, ребята, обратный отсчет пошел. Ну все, нас не победить. Давай, Хаги-Ваги, защищай нас. Хаги-Ваги. Все, убегаем. Хаги-Ваги, конец. У Хаги-Ваги осталось 0 хп. Хаги-Ваги уничтожили. Нет, 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 нет. Фу. Мы с вами победили. Кстати, я слышал, что у Brawl Stars что-то происходит с оценками в App Store. И мне интересно почитать отзывы, что сейчас происходит там. А нет, с оценками все нормально. 775 тысяч оценок. Разработчики, игра нормальная, но хотелось бы больше идей. Например, хоккей. Кстати, хоккей прикольная идея. Игра была неплохой 2 года назад. Имела ламповую атмосферу. На данный же момент она превратилась в токсичную яму. Даже без намека на баланс. Боже, какой кошмар. Какой кошмар, ребята. Почему в этой игре так? Так все печально с интернет-соединением. Вот с этим соглашусь. У меня периодически почему-то интернет в Бравле вылетает. Ладно, никакого негатива. Ребята, напомню вам, пишите хэштег #разбаньтепози, подписывайтесь на канал, ставьте лайкос под этим видосом, нажимайте на колокольчик, смотрите 2 предыдущих ролика и увидимся с вами в следующих видео. Адьос!